Вот, в коридорчик смотри, марионетка. Ну что, подлец, есть? И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, простой человек, Серега, Куджо. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет! Всем привет! Приветики! Давно у нас не было рубрики «Аниматроники пугают охранника». Серега будет играть за злого аниматроника, а мы будем за потерпевших охранников. Если опять кушать, приятного аппетита, а мы начинаем выживать и веселиться. Ушел. Закрывай! Молодец. Блин, стрёмно. И чё он теперь там будет валяться? Ой. Открывай. Давай. Чё, пацаны, никого нет? Я. Hello. Hi. Баллон бой где-то. Да, где-то тут. Это он? Вот он бежит, бежит к нам сюда. Отлично. Блин, ребята, страшно. Так я даже не к вам бежал, а вы сразу прячетесь. Да? Ну мы такие очкошники, ссыкуны. Во, отлично, коридор включил. Он лезет по вентиляции. Вижу, вижу, вон он залез назад. Так, осторожно. Надо свет включить. Включай. Все, включу. Не зайдешь. Ты не пройдешь. Прикольно, да, голоса? Так вы знаете, как будто поломанный голос у него. Так. Беги, беги! Беги! Да не, он добрый, пацаны, он ничего не сделает, это же балунбой. Он только может фонарик украсть. Не, он может тебя за попу укусить. Да? Не ешь батарейки. А, так вот я ж зашел! Вот, например, вот так. А они были снаружи. А, вот так, значит? Да. Когда умирает один, умирают все, что ли? По вентиляции лезет, уйди, уйди, опять? Уйди. Опять. Но я не понимаю, как... Так, какой. Включайте свет. Серега, а этот свет ультрафиолетовый, он тебя отгоняет или что? Ну, вентиляции, да. Там никого нет. Да. Ах ты, блин! Это был кошмар. Все отлично. Я испугался. Молодец, Серега, у тебя получилось. Как-то странно, Мишка лежит. Так, пацаны, я пойду схожу. Беги. На разведку. Заходи, заходи, заходи. Никого? Он тут. Он тут, наоборот, он тут, он тут, он тут. Или... Да, да, он тут, прямо рядом. Мы его слышим. Осторожно. Я слышу. Димас, беги, он к тебе идет. Нет, я уже убежал. Да? Да, да, да. Окей. Я слышу. Страшно. Будто это марионетка идет. Вижу. Там, по-моему, мангл. Нет, это не мангл. Это эндоскелет вроде бы. Закрывай! Это Серега, да. Ах ты, блин, ты меня увидел разве? Да. Ах ты, ты издалека меня увидел, когда я-то высунулся? Да, ты только голову высунул, начал двигаться, я тебя увидел. Блин, я думаю, да как так-то? Да ну, Серега, ну я же вроде бы как добрый. Извиняюсь. Обстоятельства. Да. Блин, ну сильный аниматроник, знаете. А, ну, когда мы заходим к нам в кибитку сюда и закрываемся, ты нас убить не можешь, да? Да. Отлично, ребята. Отлично. Будьте осторожны. Выходи, выходи, не бойся. Заходи, не плачь. Все, давай, ты будешь кормушкой, а не. Я на Мишку поставил. Слышь, да? Я слышу его, он идет.
Он тут. Нет, ну он не с нами тут. Хоть не пугай меня. Я видел его ник. О, тут ведро с говном. Не надо, Серега, тебе? Берите. Это говно твое, Дим. Ладно, я в маске. Вот он стоит. Заходи, заходи. В углу стоит, я его вижу. Ну что ж, блин, не успели калитку закрыть. Серега воспользовался этим специально. Ух, я успел маску одеть. Хорош. А я за дверью спрятался. Ушел? Ушел. Вроде как да, ушел. А, нет, он нового аниматроника взял. Меня пролагивает и говорит, что он нового аниматроника взял. Отойди. Я сейчас буду кое-что делать. Так. Пацаны, у меня есть одно оружие очень классное. Он там был. Да? Он за Фокси играл. Да. Отлично. Я с тобой, можно с тобой расставлять? Отлично. Ребята, очень крутая идея. Мы теперь будем видеть, когда он идет. Мы поставили специальные лазерные бомбы. Ах ты тварь, как ты прошел? А, вот так, значит, хорошо. У этих кошмарных есть такая возможность, Дим. Понял. Так, давайте еще здесь заминируем. Всякий случай. Я в ловушке. И чпоник. Так. Включилось. И поставим с той стороны. Так, теперь мы будем себя немножечко обезопасили. И будем знать, хотя бы он идет через вентиляцию или через коридор. Так, уходи. Я там поставил. Все, уходим. Главное остаться в живых. Взрывчатка-то очень опасная такая тема. Вот, в коридорчик смотри. Марионетка. Ну что, подлец, есть. Через коридор, да, прошел? Очень быстро просто. Ну, хп с него есть, блин. Ну, так неудивительно. Неплохо так снялось, неплохо. Блин, Серега, знаешь, что хотел скачать еще на запись? Шо? Портал. Забыл реально пушку портал скачать. Так что, ребята, следующий ролик будет с порталами, как вы любите. Это будет реально угар. Это бы, наверное, поржали бы. Он там. Да? Да, он там. Я его видел. На. Как? Эй. О, он умер. Я его взорвал? Я здесь вообще-то. Закрывай. Съешь Мишку, но не меня. Да удали Мишку, этого он мешает. Лично. Так, пацаны, назад. Идите, выйдите, проверьте, кто там. Назад! Да как ты прошел, Серега? Мы же калитки закрыты. Этот электроник может. Не, ну я понимаю, ну так какие-то правила у тебя на ходу меняются. Этот может то, этот может все. Так этот летает, он может это проходить. Он, по сути, это, как тебе сказать, специальный такой электроник. Я верю, Серега, ну тоже ж человеком будь. Так, так. Будь человеком, аниматроник. Я пойду. Ну что, я тебя поймал, Сережечка? Да. Пацаны, он пригвожденный, как заходите в главный зал возле сцены там. Ай. А, вот так, значит, ты с нами решил. Да. Ах ты, смотри какой! И скример еще зависает, этот злостный. А у меня все пропало. Ну давай прекращай! А шо? Что-то не ашо, а это не ашок, это на... Ты что, на расстоянии убиваешь? Давай, учись. Не, я вблизи вообще-то убил. Да? Нет. Говно поймал. Ну что, Серега, ты думал, я лох конченый? Нет. Нет, Серега, я тебя буду пригвождать до посинения.
Отлично. А чё, я тебя пригвоздил случайно, да? Да. Не, ну ты не переживай, это все нормально, так и должно быть. Я теперь как картину на стене. Так. Я его успел пригвоздить. Ну что, Серега, у тебя есть 30 секунд времени, чтобы меня убить. Если ты за это время меня не убиваешь, то ты проигрываешь. Сейчас. Ну даже минуту тебе дам. Так. Сейчас гвозди все пропадут, и я тебя найду, убью. Хорошо. Ребят, не лезьте. Так, одну такую. Подожди, Дим, у меня... Да ты бомбы там ставишь, говнюк, да? Нет, нет. Это ядерные бомбы, это ядерные большие бомбы. Они активированы. Сейчас, подожди. Я тебя жду. У меня гвозди что-то не пропадают. А, гвозди не пропадают. Это как я тебя пригвоздил, ты до сих пор сидишь там? Да. Молодец. А во, все пропали, наконец-то. Давай, Сережечка. Давай, Димочка. Жду тебя. Все, я ищу тебя. Я вышел на охоту. Давай, я тебе подсказки даю. Ну, где ты? Ну, я тебя жду. Где? Взрывы, а? Слышишь? Да. Хорошая ночь. Я тебя вижу. Я успел кинуть гранату или нет? А? Я бомбу успел. Я кинул гранату или нет? Не успел. Нет. Да нет. Ладно, ты мне не дал гранату кинуть. Нет. А, Серега. Ну так это же как-то честно, ты думаешь? Да. Блин, не дал добежать. Ну еще в чуть-чуть. Я побегу. Не, ну пацаны, там бомба лежит, надо активировать по любасу. Я не допущу этого. Как это ты не допустишь? Как это ты не допустишь? Вот так. Ну ты же понимаешь, что это все до поры до времени ты не допускаешь. Вот что с тобой делать, негодяй, а? Смотри, он нас рашит. Раш Б. Надо, короче, как-то шкериться или что? Где уж шкериться? Идите все за мной. Так. Серега, как на тебя напасть, вот скажи. Придумай что-нибудь. Хорошо, я придумал. Я тебя жду. Где ты? Ах ты говно, ты взрываешь? Нет. Я так и знал, что ты взрываешь. Ой, извините, пацаны, ну что, Серега, теперь я хозяин пиццерии, не ты. Зря ты так, Дима. А почему? Я хорошо с тебя веду. Ты я хороший человек? Почему ты так про меня? Человек. Я хороший человек. И за это я тебя накажу взрывом. А, ты будешь взрывать? Да. Получил? Блин, да вот ты ко мне придешь, я тебя опять накажу. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, пошли мои ролики. Еще. Ломай компьютер, ломай. Псих. Thank you.